Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Патриот». Приятного просмотра. Сюжетная линия сериала. Саша Кучин отслужил в армии и вернулся в небольшой родной городок. Здесь он видит, что родина приходит в упадок, везде процветает пьянство и бандитизм. Обладая недюжинной силой и боевыми навыками, герой пытается учить горожан правильному образу жизни, что часто оканчивается для него неприятностями. Это вынуждает родных парня уговорить его пойти на работу. Так Саша становится охранником в магазине. Скоро выясняется, что это заведение принадлежит мужчине, в чью дочь Лену герой давно и безнадежно влюблен. Сама же Лена мечтает о столице, шоу-бизнесе и богатом ухажере. Сможет ли бравый солдат найти путь к высокомерной красавице, покажут в грядущих эпизодах. Дата выхода третьего сезона состоится в 2022 году. Пока Саша активно ищет подход к Лене, он не замечает, что является объектом воздыхания Кати. Она со школы влюблена в мужественного героя, а его служба в ВДВ лишь повысила его статус. Не найдя подхода к Лене, герой все же женится на Кате, надеясь, что сможет привыкнуть к девушке. Но когда он узнает, что его истинная любовь попала в больницу, герой тут же отправляется к ней, провоцируя скандал с супругой. Во втором сезоне зрители могут наблюдать за тем, как Катя продолжает ревновать мужа, ведь он уехал в столицу в школу ФСБ, а вернулся оттуда с сокурсницей, утверждая, что она его подруга. В новых эпизодах зрители увидят, сможет ли Саша разобраться с желаниями. В предыдущих сезонах его семейная жизнь дала трещину, ведь Катя устала, что рядом с ее мужем постоянно крутятся другие женщины. Вместе с тем за ней начинается увиваться ее школьная любовь, следователь из местного полицейского управления. Вероятно, это событие вынудит Сашу начать ревновать Катю, а значит, фанаты проекта увидят противостояние полицейского и бывшего бойца ВДВ. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу, ну и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео на нашем канале.